Привет, 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 господа и дамы, с вами Морж, и я продолжаю прохождение хоррора, вернее, хоррор-новеллы «Зайчик», новелла, которая рассказывает про нашу действительность, про страну явно, которая находится в СНГ, про 90-е, про то, как все это происходило, и меня на самом деле действительно радует, что есть какие-то разработчики, которые показывают не только западный уклад жизни, но могут сделать интересную игру и по нашей действительности для кого-то прошлое, которое они проходили. Но кто-то про это прошлое только слышал. Итак, наш главный персонаж Антон. Не совсем я понимаю пока что с этим ребенком, возможно, у него беды с башкой. И закончили мы прошлую серию на то, что нужно отправляться в школу. Чувствую, в школе легче не будет, сами знаете. Одноклассники, ребята, странные. Вот, так, почему-то у меня включилась пауза. Одноклассники, ребята, странные, сам я не раз менял школу. И, грубо говоря, прием не всегда теплый. Тем более Антон у нас в очках, с огромными линзами. В общем, такой чувачок, который явно знает, что такое травля и знает, что такое получать линзы. Люля. Поэтому посмотрим. Смотрим. Погнали. Эпизод второй. Время поиграть. Ну вот как раз получается первый эпизод у меня полностью первую серию и занял. Погнали. Наверное, тогда пусть вторая серия будет полный второй эпизод. Новая школа и учителя. А главное, новые одноклассники, с которыми мне всегда было сложно найти общий язык. Как и большинство очкариков, наверное. Я пересилил себя и выбрался из теплой постели. В старую школу меня обычно провожал папа, но этим утром из родительской спальни не донеслось ни звука. Неужели проспали? Оно и к лучшему. Не хотелось в первый же день прослыть папенькиным сынком. Наверное, родители лежат сейчас под одеялом и видят сны, где все по-прежнему, легко и понятно. Хорошие сны, пусть и лживые. Чтобы никто никого не разбудить, особенно мирно спящую Олю, я прокрался на первый этаж. Старался наступать на середину половицы. Так я забавлялся еще в прошлой квартире. Если ступня попадет на щель между досками, считай, сгорел. Короче, пол — это лава. Стрелки часов нарезали время. Стоит поторопиться. Скорее, скорее. Слишком быстро. Я сделал круг по прихожей. Лава кипела в зазорах между половицами. Надо идти аккуратней. Выжить. Любой ценой. Прыг-прыг, словно жаба по кочкам. Словно трусливый зайка в роще, кишащий волками. На кухне я сделал бутерброд, с трудом протолкнул его в желудок и запил холодным чаем. Аппетит был как у человека, идущего на гильотину. Я потупился и увидел, что правая ступня стоит сразу на двух досках. Сгорел. Я переставил ногу. В животе закопошились мерзкие змеёныши, страх перед тычками и гадкими прозвищами. Часы щелкнули стрелками. Пора. Раннее утро. Утро было по-зимнему темным. Мрак из домов здесь никогда не уходил до конца. Я долго зашнуровывал ботинки, застегивал пуховик на все пуговицы, до последнего оттягивал неприятный выход в полутьму, в тревожную неизвестность. Протер очки на удачу, хотя и не припомню случая, когда эти толстенные стекляшки принесли бы мне везение. Небо напоминало огромный кровоподтек. На востоке громоздилась и разбухала черная туча. Слизывала звезды и гасила расцветное зарево. Тьма облепила деревья. Осторожные птичьи вскрики путались в зарослях. Я запер входную дверь длинным ключом, который носил на шее. Родители обязали носить мне шнурок-петлю, опасаясь, что я растяпа потеряю ключи. Ветер свистел за калиткой, приглашая в новую жизнь, навстречу сомнительным приключениям. И будто старый приятель увязался за мной, подталкивая в спину. Тени сосен раскинулись, поглотив треть пустыря. На подходе к лесу я спрятал нос под воротник. Весь нахохлился, сутулился, вклиниваясь в просеку. Высокие деревья обступили тропинку. Под ногами шуршало снежное покрывало, а сверху ветви сплетались, образуя полог, отрезая меня от жалкого мерцания звезд. Ночь и не думала убираться из чащобы. В темноте деревья походили на косматых старух и пахли могильной землей. Стволы превращались в потрескавшиеся морщинистые морды с ртами-дуплами. Зазеваешься, и замшелые ведьмы утащат в лесные дебри. Будут потом родители бродить по лесам, говорить «Антон, Антон». Мертвые не отвечают живым. Или отвечают. Так, вот это бабушки, танцующие звери, я не совсем понимаю, паника разрасталась в груди. Я готов был явиться в школу, хоть у папы на руках, только бы не видеть, как тьма, словно черное тесто, поднимается во врагах. Я обернулся, показалось, что кто-то нырнул за кусты. Стоило мне ускорить шаг, как позади заскрипел снег. Лес вздохнул гигантскими легкими, затрещал бурелом. Ветер, птицы, все осталось в поле. Шум леса был единственным спутником. Я шел, вслушивался и все сильнее ощущал незримое присутствие.
Да блин, как тут неудобно расположена кнопка паузы. Будет, будто кто-то следовал за мной по пятам, стараясь попадать в такт моих шагов. Я оглянулся так резко, что хрустнула шея. И кто там? Узкая тропинка позади меня терялась в темноте, сучья перехлёстываясь над нерукотворным тоннелем. Есть здесь кто? Вопрос сорвался с губ и растворился в несмолкаемом скрипе деревянных идолов этих древних сосен. И взбрело мне в голову идти через лес одному. Наверное, я спятил, или кто-то нарочно выманил меня из дома. Даруя слабую надежду, вдали замаячили огни. Блин, ну тебе в школу надо, кто тебя выманил из дома? Государство? Проселочная дорога. Со всех ног я бросился туда, будто боялся, что тропинка сомкнется, когтистые лапы схватят меня за плечи, повернут и заставят взглянуть в лицо голодным обитателям леса. Но никто меня не задержал. Не веря в удачу, я буквально вылетел на трухлявый мост. Ручей, студеный и черный, будто смола, омывал опоры. Я уперся ладонями в колени и из-под лобья глянул на лес. Фыркнул, выравнивая дыхание. Чащоба притворялась спящей, миролюбивой, неживой. Остальной путь пролегал по заснеженной дороге, освещенной редкими фонарями. Я отогнал дурные мысли и постарался как можно быстрее перебегать от одного круга света к другому под защиту электричества. Как в детской забаве, где первому нужно закричать «Я в домике». Только домики эти были хрупкими, а за их стенами непрерывно двигалась тьма. Вдруг я заметил нечто до жути странное. Там, куда не доставал свет покосившегося фонаря, ожила и утробно зарычала сгорбленная лохматая тень. Ее черты будто отторгали свет, а неестественная поза внушала страх. Я выпучил глаза и заморгал, чтобы прогнать наваждение. Но тень все еще была там и даже приблизилась. Ужас скрутил мои кишки, я попятился и чуть не упал в сугроб. Чучело же выпрямилось во весь рост и спросило ласковым голосом. Чего крадешься? Душу мою украсть хочешь? От удивления я лишился дара речи. Кто может говорить со мной таким шелковым голоском здесь, между лесом и дремлющим поселком? Чего молчишь, несмышленыш? Язык вырвали? Слушай, а я тебе еще и нос откушу. Ну, с одной стороны, типа женский голос, с другой стороны, вот у меня такое ощущение, что в нем нотки техники. Вот я бы назвал это каким-нибудь андроидом. То есть вот это вот тихое такое подзавывание, как будто с тобой разговаривает машина. Будешь знать, как совать его в чужие дела. Судя по голосу и фигуре, это была девочка. Или блядский андроид. Но не успел я одернуть себя, дурак, испугался девчонки, как различил под капюшоном распахнутый рот и что-то опасно блеснувшее в его широкой щели. Я обомлел. Опа, Лися. Девочка Лися. Из пещеры капюшона на меня таращились пугающая живая лисья морда. Только вот пасть ее не шевелилась, а глаза не моргали. Маска. Обыкновенная девчонка просто маску лисы напялила. По крайней мере, я хотел так думать. Как это случалось, после резкого испуга я нервно заулыбался. А я просто в школу иду, а тут ты... Что я? Никогда не видел, как лиса собаку кормит. Действительно, возле ног девочки лисицы крутилась маленькая собачонка. Кажется, одна из дворняг, что гналась за мной вчера. Извини, я не хотел. Услышав мой голос, собака тявкнула, прижала уши, затем принюхалась и завиляла хвостом. Наверное, от меня пахло колбасой, что я ел на завтрак. Я смотрел то на моську, то на девочку. Она уже не казалась страшной, только странной. Значит, не хотел. Ну-ну, как тебя зовут? Меня Антон. А тебя? А меня нет! Смешно. Чудная какая-то. С приветом. Зато голос приятный. Оторопь сменилась радостью. Незнакомка явно была человеком, хоть и со странностями. Еще я немного злился на себя. Эта лисичка-сестричка гуляет в сумраке, как ни в чем не бывало, а я вздрагиваю от малейшего шороха. Но на самом деле, опыт как бы показывает, что нет страшнее зверя, чем человек. Можно было идти дальше, но девочка раздразнила любопытство. В следующий раз спросит меня милиционер, завел ли я знакомство в новом месте, а я ему отвечу, ага, с лисой говорящий. Ты здесь живешь? В поселке? Лисица хихикнула и заурчала. Крутанулась вокруг себя так, что подол шубки раздулся. Так, мне пока что что-нибудь интересное? Нет, глупый. Лисы не живут в поселках. Хочешь сказать, ты живешь в лесу? Из какой норы ты вылез? Конечно! Лисам среди людей не выжить, пока они лисы. Шутки у нее тоже чудные. Как и карнавальная маска. Всего лишь папье-маше с наклеенным мехом.
Собака напомнила о себе звонким лаем. Я стегнул клапан рюкзака. Папа иногда подбрасывал мне в рюкзак что-нибудь вкусное, печенье или яблоко, или даже мои любимые крабовые палочки. Папа говорил, мол, это тебе от зайчика. Мне так новогодние подарки дарили. Обычно, когда давали кулек конфет, говорили, это тебе зайчик передал. Я что за эту игру и взялся? У меня тоже душевная травма. Дворняга просительно облизывалась, засеменила ко мне. Лисичка явно чем-то угощала ее, но, видимо, не утолила собачий голод. Зачем ты так вырядилась с утра пораньше? На утренник идешь? Незнакомка встрепенулась, сбросив с носа серебристые снежинки. И будто стряхнула с себя человеческий облик, превратившись в настоящего зверя. Хитрую, быструю и опасную лису. Зазеваешься, полетят клочки по закоулочкам, разорвет, съест и не подавится. Я опешил и встал, словно загипнотизированный. Пока не услышал ее приглашенный мелодичный смех, скрытый за образиной зверя. Видел бы ты свою маску, сладенький. Так, тут пора хлебнуть чая, потому что реально читать это все горло пересыхает, поэтому в этот раз я логично с собой рядом горячий чаек поставил. И, по-моему, я его перезаварил. Больше на чефир похоже. Ну ладно, значит, веселее буду. Сладенький, она сказала. Тут я засмущался, покраснел до корней волос. Однажды мы с папой видели в засаде лису. Та была выленившей, серой и тощей. А эта девочка, огненная лисичка, пушистая, как в сказках. Я до сих пор шарил в рюкзаке. Пальцы, искавшие еду для собаки, нащупали что-то мягкое и скомканное. Ничего. Скоро проснутся настоящие звери. Спроси-ка лучше у них, где они взяли свои человеческие лица? Тень девочки плясала в свете фонаря. Собака, будто соглашаясь, одобрительно тявкнула. От неожиданности я выронил находку прямо в сугроб, толком и не разглядев ее. Холодный ветер тут же засыпал край снежной лунки. Собака решила, что это лакомство, бросилась на раскопки. Лиса лишь фыркнула. Я так оробел, что не знал, куда себя деть. За пределами электрического круга никак не расцветала тьма, напротив бы сделалась гуще. В ее чернилах беспробудно дремали окрестные дома. А я постарался продолжить разговор с удивительной странной незнакомкой. Так ты в школу идешь? Ах, ну какой же дурачок! Так ничего и не понял. Ну вот, хотел подружиться, а она лишь зубы скалит. Еще и обзывается. Все-таки стоило пройти мимо и не обращать внимания на чудачку с ее глупой собакой. А ты чего обзываешься? Не хочешь отвечать, пожалуйста. Никто не требует. Но что-то удерживало, притягивало к темной фигуре. Таинственный облик, томный голос с бархатисто-сладострастной линцой. Я был заинтригован и взбудоражен. Я смотрел на нее, как смотрят на пожар. Ой, да не дуйся. Гляди-ка лучше. Ты нравишься Жульке. Собачонка разгребала снег, громко сопя и резво перебирая лапами. Лисица оглянулась на окно ближайшего дома, на бревенчатый фасад в дымке. Кончик ее фальшивого носа блестел в свете фонаря. И не только ей. Я снова покраснел, как вареный рак. Это она про себя или про кого-то другого? Я надеялся, что в полумраке девчонка не заметила мое смущение. Прежде чем спросить, я откашлялся. А кому еще я нравлюсь? Я ждал, считая удары сердца. Лиса не ответила. Ее лукавый взгляд бегал по морозным рисункам чужих окон. Читал их, как стеклянную книгу. Интересно, что она видит в январских узорах? Дворняга закончила копошиться в снегу. Засеменила ко мне, сжимая в пасти находку. Варежка. Неужели это самое, что я нашел в лесу? Что она здесь делает? Но приглядевшись, я сразу понял, что это всего лишь моя рукавичка. Может, мама подсунула мне их, пока я спал. И тут же вспомнил о пропавшем мальчике. Эй, ты знаешь что-нибудь про Вову? Перед глазами встала картинка, пляшущие силуэты на пустыре. Танцы в ночь, когда исчез Вова. Мальчик, чья находка сулит мне большую награду и даже может спасти мою семью. Я вспомнил свой день рождения, когда родители обещали отвезти меня с сестрой в Париж, в Диснейленд. Но вместо долгожданного подарка родители с нескрываемым смущением преподнесли мне обычный тетрис. Как я тогда плакал и требовал, чтобы меня взяли на обещанные аттракционы. Именно тогда мама с папой впервые поссорились. Мой каприз надломил их отношения. Если бы только я мог все исправить, собрать всех, кого я люблю, и отвезти в Диснейленд. В ночь, когда пропал Вова, я, кажется, видел, как кто-то похожий на тебя плясал под моим окном. Невероятно, но ее маска будто бы стала еще и хитнее. Лиса словно принюхивалась. А что? Ты тогда испугался? За себя или кого-то еще?
Оля, при мысли о сестре грудную клетку сжали тиски, и холодный пот сбежал по позвоночнику. Ну так слушай меня внимательно, мальчик по имени Антон. Это большой и страшный лес. Лисичка сделала грозный шаг вперед. И я не единственный его обитатель. Другие звери уже знают о тебе. Берегись нас. Этой ночью мы опять придем. Все же не стоило знакомиться с этим злом в детском обличии, в панике думал я. Пока ты со своей семьей будешь спать, подкрадемся близко-близко и станцуем макарену! Опять шутка. Чё? Эй, макарена! У тебя прямо челюсть отвисла, Антоша! Видел он меня ночью у своего окна. Ага, как же! А ты случаем не местный дурачок, нет? Ну, странно от тебя слышать этот вопрос. Ну да ладно. Меня не отпускают гулять так поздно. Здесь, знаешь ли, дети пропадают. Я потрогал пластиковую дужку очков, озадаченной глупой шуткой. Напугался до чертиков. Ой, да не тереби ты окуляры свои. Я раньше тоже близорукой была. Лучше послушай меня. Может быть, ума наберешься. Лисичку как обычно называют? Плутовка? Сестричка. Она вдруг заговорила обиженно. Ох ты ж! Да как ты меня? Ой, прости. Девочка засмеялась, словно серебряные колокольчики зазвенели. Да шучу я! Конечно, плутовкой. Если ты ловкий и смелый, не боишься с плутовкой водиться, я, так и быть, помогу разыскать этого Вову. Ты же неспроста его ищешь, да? Я неопределенно поводил плечами. Ее прозорливость настораживала. Знаю, почему дети повадились соваться в наш лес. Порой там можно найти много всякого интересного. Я вот однажды нашла целый сугроб конфет и купалась в нем, да так, что челюсть слиплась. Пиздит. Сугроб конфет? По интонации не понять, она сама-то верит в то, что говорит? Я снова улыбнулся, но на этот раз не искренне. Посмотрите-ка, какой недоверчивый. Ну-ну, а что ты на это скажешь? Это пригоршня конфет с жвачкой Турбо. Блин, как я давно не ел жвачку Турбо. Эх, ностальгия. Она протянула руку в меховой перчатке. В ладони лежала горсть разных сладостей. В городе, где я когда-то жил, такие продавались на рынках или в киосках. Среди вкусных сокровищ я заметил свою любимую жвачку в яркой обертке. Знакомая надпись на фантике гласила «Турбо». Треугольная лисья морда ткнула носом в мою сторону. Угощайся! У меня их полные карманы. Взять, отказаться... Не знаю, честно, отказаться или взять. Но тут явно какая-то подстава, ну хрен его знает. Там реально жвачка с говном будет или еще чем-то. И не зря здесь выделено Турбо. Нет, отказаться. Нет, спасибо, я... Мне не хотелось обижать первую знакомую, которую я завел на новом месте. Но и брать жвачку у странной девочки не было желания. Вдруг она ее и правда в сугробе нашла. Да то, что в сугробе, еще хрен с ним. Вдруг там, не знаю, хлороформ, еще что-то... Или это конфета с сюрпризом из магазина приколов? Развернешь ее, она как стрельнет. У меня на сладкое аллергия. Что? Ее тон стал озадаченным. Ты чего? Живешь в мире таблеток и микстур? Ну, в целом, да. Лиса присвистнула. Ее ладонь опустела, конфеты куда-то подевались и заплавала в воздухе. Задумчиво ловя снежинки. Ладонь, в смысле, заплавала в воздухе. Я не совсем врубился, кто заплавал в воздухе. И Новый год у вас, правда, раз в 12 месяцев? Есть эти... Она пощелкала пальцами, вспоминая. Понедельники? Ага. Я заулыбался. Как все запущено. Вам бы, юноша, кило шоколада съесть против скуки и уныния. «Кто же ты такая?» Спрашивать было глупо, не ответит или соврет. Ужасно хотелось заглянуть под маску. Все больше казалось, что под ней прячется совсем не маленькая девочка. «Мой
Может, Вова тоже нашел сугроб сладости и теперь кувыркается в нем? Слушай, вдруг он решил остаться в лесу? А вдруг я захочу в лесу? Вот такая вот игра слов. Тогда, наверное, ему очень холодно в одной варежке. Ветер подхватывал слова, как дым от костра, и уносил в темноту, в дремучую чащобу. Деревья позади скрипели и скрежетали ветками-костями. Или с ним что-то случилось в пути. Возможно, возможно. Что-то страшное. Лес словно оживал от ее голоса, прислушивался, принюхивался, точно любопытный зверь. Лиса отвечала таким же внимательным взглядом. Дикие звери? Это, по-твоему, страшно? Ну, не знаю. Не знает. Уж не с двоечником ли я подружилась? Слово «двоечник» мне не понравилось, а вот «подружилась» очень даже ничего. Я хорошист. Бел да пушист. Пойдешь со мной, хорошист Антон? Ну, если ты меня научишь плохому и в лесу, я, пожалуй, да. Найдем твоего Вову и сам его спросишь, что он нашел в этой пуще. Ведь пока мы вместе, никто тебя в лесу не тронет. Вот увидишь. Внутри что-то тревожно заворочилось. Лучше уходи, посоветовал шепоток. Я тебе не верю. Ты думаешь, я врунья? Да и пожалуйста, мне никогда никто не верит. В голосе незнакомки чувствовалась обида. Пойди пойми, наигранная или нет. Лиса отвернулась, будто я мигом перестал ее интересовать. Вспомнилась папина любимая фраза. Где твои манеры, сын? А ведь лиса и вправду была ко мне добра. Не обижайся, пожалуйста. Лисы бывают и добрыми. Ну, как в сказках. А в какой хоть одной сказке лисы добрые? Ну, по крайней мере, это точно не славянские сказки. Может, какие-нибудь другие. Мне бы только понять, что ты за лиса. Девочка мелодично хихикнула, прикрыв руками нос маски. Тогда пойдем со мной в лес, и ты все обо мне узнаешь. Но не сейчас, а когда рассветет. А то тебя, бедного, всего аж потрехивает. Да выгляди-ка, Андрашка, хватит. Ай да, провожу тебя до школы. Услышав это, собака согласно гавкнула и бросила возиться с варежкой. Вот чую, ничего хорошего от этой лисы не будет. С другой стороны, других знакомых у меня как бы нет, поэтому выбирать особо не приходится. А тут как бы тёлочка, еще и в маске, возможно, ролевые игры. Ладно, погнали. Судя по всему, у моего персонажа как раз маска зайчика и будет. Я нагнулся, чтобы подобрать чуть было не сбежавшую от меня рукавицу. Ну, если тебе по пути... Мы двинулись навстречу школе и потерявшемуся рассвету. Тут и там в окнах домов загорались огни, словно их обитатели подавали нам неведомые сигналы. За шторами мелькали силуэты, изредка лаяли дворовые псы. Из труб вился серый дымок, на кухнях бубнили телевизоры, звенела посуда. Мы смотрели, как неохотно просыпается поселок. А сами осторожно шагали по заснеженным колеям. Я шел по левой, она по правой, а собака плелась за нами следом. Я ждал, что лиса продолжит свои чудные разговоры, но она всю дорогу молчала, словно играла со мной в какую-то ведомую ей одной игру. Лишь изредка плутовка хихикала, когда собака нелепо чихала от падающих на усы снежинок. Я первым нарушил молчание. Так как тебя зовут? А, ну конечно. Имена. Людям непременно надо вешать ярлыки на все подряд. Ну и как бы ты назвал такую лису, как я? Даже не знаю, но я читал про лису по имени Алиса. А что? Я не против. Пусть будет Алиса. И не поймешь, шутит она или серьезно. Я оглянулся, словно искал подсказку у собаки, у темного неба без проблеска зари. Мои немые вопросы оставались без ответа. Впереди уже вырисовывалась школа. Кирпичная коробка, застрявшая в нескончаемой ночи. Свет ее окон не сулил ничего хорошего. Деревья-часовые охраняли пришкольный участок. Крик, детский смех и чей-то свист разорвали тишину. Мы ходили сюда с мамой, как только приехали в поселок. И тогда школа казалась уютной. Пустые коридоры, пахнущие полиролью, пушистый снег наружу. Второй раз я пришел один, за учебниками. И все пытался представить ровесников, скатывающихся по перилам, малышей, бегущих в библиотеку, и учителей, важно вышагивающих по коридору. На пороге, в нахлобученных на затылках шапках и спортивных штанах курили старшеклассники. Их вид развеял мои представления о школьном
уюте. Ну какой на пороге? Ну с порога гоняли, ну кому вы рассказываете? Курить надо ходить за школу, ну вообще лучше вообще не курить, вот. Ну с порога всегда гоняли, либо за школу, либо хотя бы за территорию школы выйти. Да, можно быть в прямой видимости, но нужно за территорию школы, потому что директора надрючат. Колючие глаза и желтые от никотина зубы, кривые усмешки, все это вгоняло в тоску, равную по мощи хмурому зимнему утру. Погрузившись в мысли, я совсем забыл про попутчицу. После уроков жду тебя на заднем дворе, возле повешенного. Возле кого? Она проигнорировала вопрос. Не опаздывай. Откуда ты знаешь, когда у меня уроки заканчиваются, а, Алиса? Я поколебался. И хочется, и колется, говорила мама, когда я никак не мог решиться. Мысль о маме помогла ответить. Я после школы сразу домой. Эх, Антоша, Антоша, это я тебя так просто отпустила. Другие же незаметно подкрадутся со своими улыбочками и вцепятся. Клещами не оторвешь. Попомни мои слова. Хватит мне угрожать. Лиса разинула пасть в широком зевке. Так стоп! Это же маска! Или у меня опять чердак начинает течь? Что это за трюк такой? Антоха! Кто-то из пробегавших вдалеке ребят выкрикнул мое имя. Я машинально обернулся на крик. Увесистый снежок полетел в полуметре от моего плеча и задел собаку. Жалобно тяфнув, дворняжка припустилась в сторону ручья, только хвост мелькнул. Темнота пожрала ее. И лисичка пропала без следа, растворилась в морозном воздухе. А может, в тень мою спряталась? Глубоко вздохнув, я двинулся к школе, к запаху котлет в тесте, к льющемуся на снег свету. Так, ну у меня тут кроме войти, как я понимаю, никаких других вариантов нет, да? Ну, а как? Вот мне не нравится, вроде джойстиком она управляется, но некоторые вещи надо делать мышкой. Либо я что-то не понимаю. За дверями приглушенно звучали голоса, мигали лампы. Тьма ползла мимо окон, и казалось, что школа плывет в открытом космосе, как заблудившийся звездолет. Поднявшись на второй этаж, я заметил толпу у расписания. Так, пропал ребенок, Матюхин Вова, ну это которого мне показывали. Все что-то оживленно обсуждали. Я подошел поближе и через стенку рюкзаков и спин сумел разглядеть то, что вызвало такой живой интерес. Слева от расписания к стеклу было приклеено объявление, отпечатанное на принтере листок. Прочитать. Видишь его? Так, ученик 4 В класса, 5 января ушел из дома и не вернулся. Последний раз замечен на мосту через реку. Был одет в оранжевую куртку с капюшоном, вязаную черную шапку, шарф и серые варежки с зелеными полосами. При себе мог иметь пластмассовый автомат. Особые приметы: рост 142, худощавое телосложение, волосы русые, глаза зеленые, ну и так далее. Ну, на всякий случай запомним про оранжевую куртку, хотя игра как бы черно-белая. 4 В класс. У меня не было 4 класса, мы с 3 сразу в 5 переходили. Вова Матюхин, так его звали, 4 класс. На зернистом отпечатке Вова был мертвецом с черным ртом и темными провалами глаз. Может, это живущий в чащобе мрак впитался в его поры и изувечил лицо. Пластиковый автомат не защитил от шепота ветвей и воющего ветра. Пустые глаза исчезнувшего школьника сверлили меня, будто молили о чем-то. Не выдержав взгляда, я отвернулся и поспешил к окну, уселся на подоконник. Этаж постепенно заполнялся детьми, они собирались группками по несколько человек. На меня никто не обратил внимания. В сумерках у туалетов детские голоса чеканили считалочку. Для медведя, для лисы, зайчик кушать принеси. Я повернул голову в их сторону, приглядываясь к фигурам, но тут мое внимание отвлекло громкое цоканье. По коридору, гордо задрав подбородок, продефилировала учительница. Каблуки стучали о пол, как копытца. Им вторили шаги девочки, которая держалась рядом. Так, что-то я подозреваю, что это лиса. Ну вот что-то мне кажется, прям по глазам. Очень важное. Она остановилась, чтобы шепнуть на ухо однокласснице какой-то секрет. Староста, наверное. Вон ей вручают классный журнал. Екатерина, возьми, пожалуйста. Учительница открыла кабинетную дверь, и толпа, голдя и толкаясь, повалилась внутрь. Среди всех выделялся высокий рыжий толстяк с прыщавым лицом, до странности напоминавшим гранат. Ой, это он не то что прыщавый, тут реально угрево-производительная фабрика взорвалась. Недоброе предчувствие зашевелило волоски на моем загривке. Встречал я уже ребят с такими бегающими глазами и таким каркающим смехом.
Девочка, похожая на учительницу, ее уменьшенная копия предостерегла толстяка жестом и по расчищенной тропке вошла в кабинет. Какой-то паренек замешкался в проходе, и рыжий тут же пихнул его. Топай речь, ему дело. Мальчик полетел, размахивая руками в попытке сохранить равновесие. Толстяк рассмеялся, противный гогот подхватило несколько человек в его окружении. Это типа наша альфа, да? Но судя по зубам, он стоял курил на этом, на парковке. На парковке. Какая парковка нахрен в то время возле школы? На ступеньках. Ну господи, вот это альфа класса. Какое убожество. Они хохотали, словно щелкая ножницами, большими страшными садовыми ножницами. Кабинет засосал детей, коридор опустел. Мне захотелось врасти в подоконник. За окнами редкие фонари боролись с темнотой, барахтались, как флуоресцирующие рыбы в Черном океане. Почему не светящиеся рыбки? Ну блин, реально, иногда слог этого текста, ну какой-то слишком перегруженный. Ну так пиздануть мог, ну не знаю, Тургенев. Вот реально. Ну а для игры, мне кажется, можно гораздо более простые слова использовать. А что если сейчас убежать? Выйти туда и раствориться во мраке. Я представил, как бегу по снегу, как он скрипит под моими ногами, и с каждым шагом я все легче, все невесомее. Трель звонка взорвала видение. Я с неохотой отлип от окна. Потом несколько раз глубоко вздохнул, чтобы хоть немного усмирить разбушевавшийся пульс, и вошел в класс. Ну, идемте знакомиться, так сказать, с нашими одноклассниками. Так, кто тут у нас висит? Андреев. Я, если честно, не знаю, кто такой. Гоголь. Да, Грибоедов, да, Булгаков, да, Есенин, да, Достоевский, да. А вот кто такой Андреев, я, если честно, не знаю. Книга — это духовное завещание одного поколения другого, сказал Герцен. Ладно. Чопорная учительница смерила меня раздраженным взглядом поверх очков. Я новенький. Мне вот сказали к вам подойти. Заснеженная лесная тропинка вилась перед глазами. Вовсе не хищно, а умиротворенно шуршали сосны. А при чем тут это? Я ж в классе. Она уткнулась носом в журнал и пролистала страницы. А фамилия-то как? Петров. Громче говори. Чего мямлишь? Петров. Нет такого. Она долго и тяжело смотрела на меня, точно пытаясь уличить в обмане. Хотелось просочиться сквозь линолеум. Слева наблюдали размытые лица. Класс дышал, фыркал, единым организмом, как опасный зверь. Ты не ошибся? Нет такого в списке. Предательски дрожали колени, кружилась голова. Я сжал кулаки так, что костяшки побелели. Мне сказали, 204 кабинет, Лилия Павловна, 6 В. Кажется, класс принял мои слова за подобие шутки, разразился хохотом. Что за бардак? Шум резко стих. Класс припрятал смешки для более удобного момента. Понаберут студентов. Каких студентов? Только знает, что губяки свои малевать. А я разгребай, значит. А бумаги-то кто заполнять будет? Не первый раз ведь уже. А, меня забыли внести, да? Какие-то практиканты. Подожди здесь. Сейчас. Сейчас я им устрою. Ученица пронеслась мимо злобно бормоча, а я остался один посреди класса. Будто приговоренный к расстрелу перед строем автоматчиков, я потупился, чувствуя на себе глумливые взгляды. Они трогали, щипали, скользили по коже лазерными прицелами. Блин, начало 90-х, какие лазерные прицелы, откуда ты это знаешь? Вновь представил, как бегу далеко, далеко отсюда, наперекор холодному ветру, взмываю над соснами в прыжке. И никого нет вокруг, только попутный ветер. В глазах одноклассников читался немой вопрос. Этот новенький, он наш или он чужак? Кто-то что-то еле процедил, и по кабинету прокатился сдавленный смех. Доску вытри! Легко было понять, кто тут главный юморист. Ну, вот это вот фабрика по производству угрей. Эй, очкарик! Ты чё, не только слепой, но ещё и глухой? Доску вытри, говорю! Теперь тряслись не только колени. Все тело било мелкой дрожью. И я молился, чтобы ученица вернулась поскорее. Высшие силы услышали мои просьбы. Я думал, мне тут выбор дадут, вытереть ну, или не вытереть. Ну что мне с тобой делать-то? Ну как бы. Куда сажать, а? На кол. Давай-ка, сядь, наверное, с Семеном. Ой, меня к этому уебану сейчас еще и отправят, он да? Он все равно один. Ну как я понимаю, вот это его спина, и он один сидит. Еще чего? Толстяк демонстративно воздрузил рюкзак на соседний стул, почесал брюхо и ухмыльнулся. Ты опять за старое? Снова бабушку в школу вызывать? Класс притих. А чё нам не сделает?
Господи, клеросил у тебя заберет, и тебя вообще просто ебло на прыщи разорвет. Не она, так я тебе сделаю. Рюкзак убрал быстро. Семен не шелохнулся. Со скучающим видом он принялся рассматривать портреты писателя на стене. Нужно было что-то делать, как-то выкручиваться, спасать положение. Я прочистил горло и продолжил сдавленным, но своим голосом. Я могу за последнюю парту сесть. Там, кажется, свободно. Учительница громко засопела. Посмотрела на меня, на Семена, затем снова на меня. Ладно, садись пока туда. А с тобой, Бабурин, мы еще поговорим. Чтобы подошел после уроков. Будешь по классу дежурить, ясно? Семен криво улыбнулся. Сочные прыщи зрели на кончике его носа. Блин, даже говорю, прям, прям тютчевский слог. Сочные прыщи зрели на кончике его носа. Это потрясающе. Я пошел до Одри, боясь споткнуться и стать причиной нового всплеска веселья. Сел сзади, за самую последнюю парту, на которой грудой валялись старые плакаты. Место для изгоев занято, можно приступать. В смысле, а последняя парта место для изгоев? С какого перепуга? Последняя парта самые козырные места. Камчатка. Ты сидишь там, пинаешь хер, и тебе никто ничего не может сказать. Ну как бы. Либо я учился позже, и у нас как-то все поменялось. Либо ребята, которые писали этот текст, считали, что на последних партах изгоев. А то, что... Ну ладно, не буду вдаваться в подробности своей школьной жизни. Вот и хорошо. Начнем урок. Тема. Традиции русской и мировой литературы в рассказе Зощенко «Не надо врать». Толстяк обернулся ко мне. Взгляд его сулил долгие дни, недели, месяцы издевок и тычков. «Я тебя запомнил», — говорили эти водянистые глаза. Уже пару уроков спустя я увидел в своей тетради растекшийся амебой желтоватый плевок. Позже в столовой Семен вроде бы случайно облил меня компотом. А выходя из туалета, он так тряхнул мокрыми руками, что морось попало мне в лицо. Перед последним уроком Семен вдруг толкнул меня в толпу воркующих одноклассниц. «А, сиськи!» Они с руганью расступились. Я, не удержавшись, ткнулся лицом в грудь той девочки, которую раньше принял за старосту. «Ну нормас, нормас, почему нет? На самом деле, хороший полет!» «Ой!» Я тут же отпрянул, сгорая от стыда. «Прости, ты в порядке?» «Я...» Неожиданно она... подбоченилась. Господи! Блин, реально этот руге не вписал? Ну что за подбоченилась? Я не знаю, у меня, наверное, если я сейчас какую-нибудь старушку встречу, она и то не будет использовать слово подбоченилась. Нет, ну вы посмотрите на него. Ну по голосу похоже на лису. Облапал меня прямо у всех на глазах. Я сейчас все маме расскажу. Тебя из школы выгонят, извращенец. Да, 100% это лиса. В ее глазах было какое-то садистское веселье, словно в взгляде ребенка, подносящего горящую спичку к беззащитному майскому жуку. Я нечаянно, меня толкнули. Все видели, слепых среди нас нет. Она уставилась на мои очки и радостно осклабилась. Ха! Так, я с ума сойду с этим слогом. Ярость кипела в груди, но гогот Семена охладил мой пыл. Толкнули? Че, правда? Он подошел вальяжно, окутывая запахом семечек и гнилых зубов, а затем резко сбил меня с ног. Вот так, да? И что ты сделаешь? Я надеюсь, мне сейчас дадут выбор, чтобы был выбор въебать. Потому что, да, я понимаю, разные габариты, разные весовые категории, но я знаю, что такое школа. Либо въебешь сразу, ну да, получишь пизды толпой, скорее всего, но в принципе дальше все будет более-менее нормально. Либо всю жизнь об тебя будут, ну до конца школы об тебя будут нахуй ноги вытирать. Хулиган нависал надо мной, всем своим видом, как бы говоря. Ну же, давай, ударь меня, попробуй, дайте. Ну, есть вариант? Дать отпор, да? Дать отпор, конечно же. Слушай, ты... В горле пересохло, губы не слушались, и голос мой походил скорее на сдавленный писк. Семен издевательски улыбнулся. Давай, давай, продолжай, очкарик. Чё примок-то? Нам всем очень интересно. Если еще хоть раз меня тронешь... Семен медленно оттопырил палец, ткнул меня в лоб. Натронул, и чё? Еще хоть раз! Трону! А вот еще! Он тыкал пальцем с такой силой, что моя голова отлетала назад. Только бы не расплакаться, иначе труба. Чё ты мне сделаешь, мямля? В глазах помутилось. Я рванулся вперед, так что подошвы отклеились от пола. И махнул наугад кулаком. Ну, нормас, нормас. Ну да, теперь пиздец.
Причем толпой, чаще всего. Но все равно тебя начинают уважать. Картина, открывшаяся моему взору, была прекрасной и ужасающей одновременно. Семен держался за ушибленное ухо и изумленно моргал. Неужели я был первым, кто взбунтовался против его абсолютной власти? Стопэ! Надо было бежать, но меня обступили его дружки. А вот и толпа! Как я все предугадал! В каждой школе, блин, такое было. Лилия Павловна! Лилия Павловна! Петров Бабурина ударил! Щеки Семена стали еще краснее, а прыщи побелели, словно головки личинок. Но на губах промелькнула ухмылка, замеченная лишь мной в этом стане врага. Он подошел вплотную, обдал кариозной вонью. Тебе пиздец! Спасибо. Голос у него был злым и опасным, точно кастрюля с бурлящим жиром, с которого сорвала крышку. Я ждал удара, считая толчки сердца и гадал, куда угодит кулак. В солнечное сплетение, в челюсть, в нос. А он просто развернулся и ушел. Мысль, холодная, трезвая, удивительно спокойная, вспыхнула в голове. Сегодня меня убьют. После занятия я специально задержался подольше в коридоре, чтобы не идти вместе со всеми. Семен не появлялся на последнем уроке, и это вселяло надежду. Вдруг он решил избежать дежурства и смотался домой, забыв обо мне. Как смертник, узнавший, что казнь откладывается на день, я облегченно выдохнул. Но не позволяя себе забыть, его тон, мстительный взгляд и наэлектризованную пугающую ухмылку. Пока школьники шумом и смехом расходились по домам, я встал у окна и сделал вид, что перебираю учебники. Я напряженно всматривался в окно. Во дворе и на участке у школьных ворот Семена не было. Я не очень-то верил в такое везение, так что решил перестраховаться и немного потоптался в стремительно пустеющем коридоре. Шум ушел на первый этаж. Из кабинета биологии выглядывал скелет, которому какой-то шутник натянул на голову кепку с американским кондором. За дверями туалетов журчала вода. Я остался один в целой школе. Не один, пришла внезапная мысль. Я вспомнил о пропавшем мальчике. Его портрет сейчас висел на доске у расписания. Вспомнил, что он улыбается. И что он смотрит на меня. И что он, скорее всего, уже мертв. Привет. Я вздрогнул и обернулся. Лиса? Не, кто-то со скрипкой. Сначала мой взгляд уперся в черный футляр для скрипки. Киллер. Девочка-киллер. Потом я заметил, что его держит девочка из моего класса. Так, ну по хитрости староста лиса. Эту я просто, я, наверное, с ней не знаком. У нее даже в глазах ни лисиного огня, ничего такого. На уроках она сидела за первой партой второго ряда. Несколько раз я ловил на себе ее взгляд. И сам украдкой смотрел на нее. Просто иногда приятно посмотреть на что-то красивое, на ручей, небо или на девочку, которая не гогочет со всеми хором над шуточками Семена. Не, на самом деле, мне просто удивление, что где-то в глуши очень красивые и ухоженные бабы в школе, я бы так сказал. И это удивляет, мягко говоря. Не перешептывается с Катей, поливая грязью одноклассниц. Все перемены она проводила так же, как и я. Оставалась в классе и либо глядела в окно, либо рисовала что-то в зеленом блокноте. Здравствуй. Я покраснел и притворился, что рассматриваю узор на дощатом полу. Круто ты ему врезал. Да, и я такой. Новая альфа появилась. Это вышло случайно. Почти. Я стал рассеянно складывать учебники в рюкзак, чтобы хоть чем-то себя занять. Вроде Семен раньше таким не был. До угрей? Или до 30 килограмм, которые он набрал лишних? Он к нам недавно перевелся. Бабушка мне его по секрету сказала, что он словно взбесился. Семена даже старшеклассники побаиваются. Представляешь? А ты вот молодец. Не струсил. Угу. Я замычал. Ага, конечно, нашла смельчака. Герой, что уже полчаса торчит у окон, лишь бы ему по шапке не надавали. Девочка смотрела на меня чистыми, внимательными глазами. А ты за рекой живешь? В том деревянном доме? Ну да. Там, наверное, страшно. Да еще через лес идти. Я бы так не смогла. Упоминание о лесе заставило меня поежиться. Я подумал о переплетенных ветвях, о змеящейся тропинке, о бесконечной темноте, что разрасталась как лишайник среди косых деревьев. И выдал самую настоящую ложь. Да не так уж там и страшно. А что тебя так пугает? Немного помолчав, она вдруг улыбнулась. Словно смахнула наваждение. Да так. Ничего.
Ну расскажите мне уже, что это за дети в масках, что это за дети кукурузы или, блин, я не знаю, у меня самые ближайшие ассоциации с кладбищем домашних животных. Причем именно вторая часть, там, где дети ходили в этих масках. Ну, нет, это получается не вторая, получается третья. Первая, вторая в 90-х вышли, а третья часть вот, ну, относительно недавно, там, года 3 назад. И там как раз дети ходили в масках животных. Меня, кстати, Полина зовут. А меня Антон. Ну, это я знаю. Слушай, Антон. Полина замаялась, будто решила, стоит ли продолжать. А что ты делаешь после школы? Ну, у меня там вообще как бы свидание с лисицей. Ну, можно и с тобой, а можно вообще тройничок устроить. У тебя маски животных есть? От ее невинного вопроса кольнуло в груди, но как-то по-особенному, приятно. Ничего такого. Я запнулся, не закончив фразу. Воу. И что, он у меня сознание потерял? Или что произошло? Какой-то снег, который летит вверх. А вот и лиса. Перед глазами мелькнула хищная улыбка на маске Алисы. Ее насмешливые глаза в прорезях маски, которые я, скорее всего, сам себе придумал. Неужели эта девочка лисица и правда ждет меня после школы? Да нет, ну блин, ну лисица скорее вот староста. Или это была ее очередная странная шутка? Интересно, прячет ли она большой рыжий хвост под своей шубой? От этой мысли я вдруг покрылся мелкой испариной, как после нормативов по физкультуре. Захотелось принять душ, словно сами размышления о лисичке делали меня грязным, пачкали, сбивали с дороги и уводили в объятия леса. Нет, я не думаю, что это лиса. Сейчас занятие? Скрипка. А потом я свободна. Дедушка мне репетитора нанял. Наш учитель музыки, он же скрипач. А здесь, в поселке, ему некому преподавать. Только мне. У вас что, в поселке таки нет евреев? Любой еврей хочет, чтобы его ребенок играл на скрипке, по-моему, это очевидно. Какой-то очень российский поселок, как по мне. Она махнула в воздухе свободной рукой, имитируя движение смычка по скрипичным струнам. Я почти услышал музыку. Алису я выбросил из головы. Смотрел на губы Полины, ловя каждое слово, и замирал от непривычных ощущений. Они были теплыми, согревающими. А еще щекотными. Я сам что-то на нее завтыкал так. И казалось, что я маленький, а чувства очень большие, и им тесно внутри. Тут говорят, что у нас в поселке маньяк завелся. Раньше со школы меня всегда дедушка забирал, но в последнее время ему не здоровится. Я бросил беглый взгляд на фотографию Вовы. Глаза колодцы изучали меня, рот был словно бы напомажен черным. Не, ну да, типа, когда эту фотографию показывали, она была нормальная, а тут, прям, когда она ксерокопия, она такая зловещая, как будто чертяка какой-то, просто с такой улыбкой максимально дьявольской, ехидной, и кот без глаз, ну, такое, вау. Как портрет на могильной плите. Ты не подумай, я не трусишка, просто мне кажется, что с тобой будет безопаснее. Антон... Ты сможешь проводить меня до дома? Тем более, ту же лису можно было по голосу узнать. Ну, типа, маска маской, но комплекция, все дела. В конце концов, мы сейчас выйдем, она оденется, и если на ней та же, что там у лисы было, какой-то, типа, плащ на меху, если у нее такой же, то это лиса. Если это у нее не такой же, это не лиса. Логично. Наконец, все, о чем я читал этим летом в приключенческих романах, о чем тайно грезил, начинало просачиваться в мою жизнь. Таинственное преступление, прекрасная незнакомка и героическая дуэль. Мысли о Семёне моментально отрезвили, вернули на землю, и почва под ногами зашаталась, как палуба корабля. Ну, кстати, да, логично, вот я сейчас такой выхожу с ней, там Семён, и я просто получаю при бабе пизды. Ну, как бы, такое себе, на 3 из 10, пожалуй. Только бы сейчас не упасть в грязь лицом перед Полиной. Ведь сколько бы я ни храбрился, было очевидно, и мне, и ей, выстоять в драке против такого амбала мне не под силу. И если он и нокаутирует меня, это не самое страшное. Страшное, что это увидит Полина. Он еще и боссать может, как бы. Засмеется со всеми остальными. Нет, нужно избавить свидетелей от моего позора. Сегодня вряд ли получится. Ты же знаешь, Семен, скорее всего, караулит на школьном дворе. Лучше мне с ним разобраться лично, по-мужски. Хм, глупости какие. Полина отбросила челку со лба, и до меня донесся едва уловимый аромат ежевики. Полина была водой, которую хотелось пить. Глотаешь жадно, а жажда все не утоляется. Я вспомнил летние вечера на даче, едкий дым костра, свисающую из-за ограды соседскую ягоду и мягкий ковер сосновых иголок под подошвой.
Редкие безмятежные дни, когда я чувствовал себя в безопасности. Мама отдыхает в гамаке, отец нанизывает мясо на шампуры. Мог ли я при желании различать в треске углей, в смехе родителей, в запахе скоротечного июля намек на будущую катастрофу? Видел ли я, как хрупок и ненадежен тот мир? Думаешь, этот дикарь будет честно драться? Да, потому что он гораздо больше меня, нахрена ему какие-то уловки, если он может подойти просто и навалять? Ну, Полина, ты немножко тупая. Со своими дружками набросится всем скопом, опомнится даже. Зачем? Зачем? Если он и так больше, тяжелее, сильнее, выше, ну и так далее. Явно просто гораздо опытнее в драках, чем я. Полина вдруг хитро улыбнулась. Но если мы пойдем вместе, это их ошарашит. Я же не только первая скрипка на деревне, я ведь еще и девочка. Ты единственная скрипка на деревне. И может быть даже единственная девочка в деревне, я не знаю, какие у вас там нравы. Слышала от знакомого хулигана, что он никогда не нападает на кого-то в присутствии девушки. Представляешь, у них кодекс чести такой. Ну, на самом деле, многие так себя вели. Ну, то есть, типа, когда там провожаешь девочку не на свой район, тебя пропустят. Вот ты ее доводишь до дому, выходишь и получаешь пизды без свидетелей. Скажем так. Так что, такое, да, такое присутствует. Знакомый хулиган, забеспокоился я. Лучше ли он меня? Симпатичнее? Ой, мне на музыку пора. И что, мне теперь сидеть, пока ты будешь музыкой заниматься, чтобы потом мы вместе вышли? Ну, не кайф. Она сделала пару шагов и остановилась. Удивительно, Полина совсем не похожа на тех красоток с журнальных постеров или на актрис из кинофильмов. Да ты что, так как ее нарисовали, похоже. Но в свете потрескивающих ламп она была притягательнее их всех. А ты играешь на чем-нибудь? 2 года назад мне купили гитару. Я живо вспомнил свои жалкие попытки научиться музицировать. АМ, ЕМ, перемен, мы ждем перемен. Песня Цоя точно ложилась на мои мысли и на желание изменить хоть что-то. Та гитара запропастилась куда-то, словно напрочь отказалась переезжать в старый дом у леса. Наверное, родители отдали инструмент кому-то, кому он нужнее. Увы, не играю. Жалко. Ну ладно, я побежала. Пока! А мне сколько тебя сидеть ждать? Крик девочки подхватило гулкое эхо. Туфли застучали по школьным коридорам. Пока! Не уверен, услышала ли Полина. Я снова посмотрел в окно. Школьный двор опустел, только пара ребят из младших классов кидали друг в друга снежки. Никого похожего на грузного Семена с его компанией не было видно. Эд вселял надежду. Что же делать? Полина могла бы стать моим другом, первым на новом месте. А потом ей впрямь могла угрожать встреча с маньяком. А тут я, защитник, рыцарь. Ну, давай по-честному, еще один дополнительный труп у маньяка. Защитник, рыцарь. Такс. Ну и что это? Заставка, не заставка? Ага. И потом ей впрямь могла угрожать встреча с маньяком, а тут я, защитник, рыцарь. И пускай последний внутренний голос подвергал сомнению и шептал о побеге подальше от убийц, отрыскавших по ночным лесополосам маньяков. Полина стоила риска. Но и рыжая плутовка манила тайной. Обещала помочь найти Вову, а за этим следует награда. Много денег, почти гарантия мира в семье. Подарки для Оли. Я вообразил сестру счастливую, как те девчонки, получившие призы от Супонева в телепередаче «Звездный час». Если честно, я не знаю, кто такой Супонев и телепередачу «Звездный час». Ее кружат в танце известные певцы. Может, даже это новая популярная группа «Иванушки Интернешнл». Вот этих знаю. Мама с папой обнимаются в Останкинском павильоне. А потом мы всей семьей едем в Диснейленд. Так, значит, Полина, Алиса. Короче, итак, мне сразу надо выбирать среди двух баб. Ни хрена себе первый день в школе. Причем, блядь, Алиса так еще красивенько морозом на стекле нарисована. Но при этом, когда я сидел тупил в доме, уже была лиса морозом на стекле. Кого выбирать? Подругу со скрипкой, либо лису и попытаться разобраться во всей этой херне, что здесь происходит? Я, если честно, даже не знаю, так Полина или Алиса? По-честному, если бы вот я поступал так, как я поступаю вообще в жизни, я выберу лису. Ну, типа, я постоянно лезу в какой-то пиздорез, сам виноват. Но вот так веселее жить, так реально интересней. Ну что ж, погнали к приключениям, либо к полному пиздецу. Я реально больше рассчитываю на второе. Так интересней. Снова оценил обстановку во дворе уже через окно вестибюля.
Никого подозрительного. Входные двери скрипнули. Звук напомнил музыку из триллера. Такая высокая нота, предшествующая напряженной сцене. Ну, я понял, про какую он музыку. Не, на самом деле, даже та же Полина должна к этому отнестись с пониманием. Типа, я вот такой вот мужик. Да, ты хотела меня прикрыть своим красивым женским телом. Но я пошел и получил люлей. Вот. А потом мы с тобой продолжим. Я шустро обогнул школу, стараясь не попасться никому на глаза. Из школьной столовой пахло выпечкой и жженым сахаром. Я замер, увидев силуэт в окне второго этажа. Наверное, это Полина, чуть склонила голову, скользнула смычком по скрипке. Жаль, мелодию не слышно. Да и Полина просто темный обрис, рисунок на желтом листе окна. Нехотя, я пошел дальше. Сейчас та-да-да-дам, та-да-да-дам, где Семен? Так, тут... Вот этот педофил уже, короче, стоял перед тем, как я пришел в школу. Ну вот, на самом деле. На школьном стадионе веревочная сетка футбольных ворот вздувалась и опадала. Не, возможно, это охранник. Возможно. Но не факт. Страх, побег, правда. Здесь была Бяша, Цой жив. Ладно. Ветер гонял по полю белые смерчи. Где-то неподалеку шумел невидимый трактор, спугнувший стаю каркающих ворон. Звук мотора напомнил рев голодных зверей, гнавшихся за мной по снежным пустошам. Вновь вспоминалась эта странная лиса со своей маской. Сейчас, при свете дня, было очень трудно поверить в ее существование. Как она там сказала? На заднем дворе, возле повешенного. А, ну, судя по всему, вот этот виселица, игра детская, меликом нарисованная. Что за ерунда? Какого еще? Ну, вон, виселица. Ну, чё тупим? Чё тупим, кого ждем? Вот она. Так... Ага, тут можно наводить, и даже звуки будут какие-то. Правда, побег, страх, Цой. А, шприцы. То есть кто-то еще и торчит. На самом деле, мне интересно, что вот это за черт. Вот, ну... Ага, вон белочка еще есть. Белочка. Вот лесная белка, задорно лузгает семечки. Понятно. Использованный шприц затесался среди окурков. Надеюсь, кому-то просто понадобился укол инсулина. Ага. Именно диабетики. Ну что из-за дядька? Извините. Силуэт скрылся за углом и зашагал вглубь школьного тупичка. Следом за ним растаял сигаретный дым. Это был кто-то из взрослых, может учитель? Либо педофил возле школы, ну как бы логично. Там вон значок анархия, снег, больше вроде ничего. Ну тогда идем к виселице. Я посмотрел на стену. Над просмоленной полосой был нарисован пляшущий в петле человечек. Да висящий он, чё он пляшущий? Кто-то играл здесь виселицу. Вокруг человека – каракули. Побег, страх, правда. Ближе, мой сладкий. Ближе, мой сладкий. А, так, лиса все-таки есть. Я не сразу понял, откуда звук. Взгляд заметался по безлюдному закутку на задворках школы, по окнам, отражающим солнечный свет, по снегу. Проверить. И что она? В сугробе? Один из сугробов задрожал, словно вулкан перед извержением. Отдай твое сердце! Слушай, ебанько, зачем ты в сугроб залезла, а? Я понимаю, ты попыталась меня напугать, но... И почему на тебе сейчас нет снега, если ты была в сугробе? Не успел я опомниться, как белая корка лопнула и из-под снега выпрыгнула лиса. Она грациозно поклонилась, наслаждаясь произведенным эффектом. Снежок серебрился на ее шубке. Я не представлял, что мысли о хвостатых девочках могут быть такими. Даже не знаю, с чем сравнить. О хвостатых девочках? Ну, скажем так, пройдет, грубо говоря, 25 лет, и многие захотят себе кашка-девочку. Некоторые даже кашка-мальчика. Ну, там, короче, вообще странные вещи начнут происходить. Лучше об этом не думай, мой персонаж. Ну, все равно, как я понимаю, это не Полина, но не могла же она так быстро этот еще и в снег зарыться. С другой стороны, если это староста, то... Вот мне хочется спросить, ты ебабо? То есть ты такая залезла в сугроб и ждала меня? Если бы я не пришел, сколько ты в этом сугробе сидела? Заразными, ядовито-сладкими. Отпор не дал, сердце потерял. Она хихикнула так задорно, что я невольно заулыбался. Да ну тебе! Резво зачерпнув горсть снега, я скатал снежок и зарядил им в Алису. Она попыталась увернуться, но было поздно, снаряд угодил в плечо. Да, вот такой я. А, играю в плохого парня. Лиса плавно отпрянула, вооружаясь. Ты хитер, да мы хитрей. Ловок ты, да мы ловчей. Ответный снежок прочертил дугу между заснеженным двором и вороньем, реющим над нами. Я хотел пригнуться, но поскользнулся и упал на колени. А пока поднимался, снег прилетел прямо в лицо, опалил холодным холодом щеки.
тащи в жбан. От досады я выругался на всю улицу. Блять! Словечки из песен Сектора Газа с кассет, что я случайно слушал тайком от родителей. Да, знаем такое, знаем. Будь рядом папа, он выкрутил бы мне уши. Чего-чего, а мата он не терпел, изъяснялся исключительно литературным языком. Да ладно тебе. Не больно же совсем. Она сочувственно отряхнула мой воротник, взяла за локоть и помогла встать. Аккуратно, с недетской заботливостью, сняла мои очки, сдула с них снежинки, а затем протянула обратно. Вот так. Один-один, Тоша. Тоша меня называли только близкие люди. А я даже настоящего лица ее не видел. Не знал ни фамилии, ни класса, ни то, есть ли у нее хвост под шубкой. Блин, ну то есть Антона реально парит, есть ли у нее хвост. На самом деле я бы еще напрягался, возможно, у нее хвост с двух сторон. Ну, это такая себе шутка. Желаешь отыграться? Мы хотели поискать Вову, помнишь? Лучше поторопиться, а то меня родители станут искать. Лиса демонстративно зевнула. Родители. Блин, ну как у нее пасть? Вот как? Как скучно. Да не будь ты таким занудой. Давай чуть-чуть поиграем. Все равно тебе дома тоскливо. А ты откуда знаешь? Тоже мне тайна. Со взрослыми да в четырех стенах тоска смертная. Всегда у меня от стены взрослых нервный тик. Вот. Она задергала мохнатой лисей бровкой. Я неискренне хохотнул, не решив до конца, смешно ли это вот так шевелить частями маски. Ну же, Тоша, решайся. Я же вижу, ты хочешь поиграть. Если победишь... Лисичка приблизилась вплотную и встала на цыпочки, едва не коснувшись шершавым носиком моего лица. То есть она ниже меня, получается? Ну просто вот так вот, как показывают, вот Полина, она небольшая, а лисица, ну она достаточно высокая. А мой как бы пиздюк не очень высокий. В глубине глаз тлели веселые огоньки. Пахло от нее чем-то приятным, ягодно-приторным. Может, ежевикой, как от нее, нет? Возможно, так пахнет независимость и настоящая свобода. Когда у тебя все хлопот, что беситься и уплетать конфеты. Горячий шепот влился в мои уши. Если победишь, буду твоим провожатым. Поверь, мне есть что тебе показать. Ну, я надеюсь, на это и рассчитываем. Найдем твоего Вову. Внутри у меня сжалась пружина. В животе заныло, не сказать, чтобы неприятно. Как же странно, только что я болтал с Полиной, а теперь Алиса тащит куда-то. А если проиграю? Душу из тебя выцарапаю, неженка! Давай, скорей! Засмеявшись, она махнула подолом и побежала к дороге, по которой мы шли в школу. Ее обещания, чуть ли не угроза, загипнотизировали меня. Я нагнулся и зачерпнул снег. Вот было бы у меня специальное устройство, чтобы распознавать, когда шутит Алиса, а когда говорит всерьез. Или у таких, как она, всегда третий вариант. Между шуткой и правдой, смехом и горячим дыханием на ухо. Я хотел победить. Наказать ее за быстроту и свободу, которой слишком много для обычной девочки. Азарт, любопытство и что-то еще, что-то неясное завладели моими чувствами, опьяняли. Ну, я тебе скажу, что это, ты потом сам узнаешь. Как тогда, когда я наелся вишен из маминой наливки и лежал, сомкнув веки, а кровать вращалась подо мной, и голова ходила кругом. Вертолеты? Ну, понятно. Я сплюнул, вытер губы. Поиграть хочешь, лисичка-сестричка? Ну, давай поиграем. You wanna play? Let's get play. Слова Александра Невского. Цитата. Вооружившись снежком, я ринулся за беглянкой. По-моему, мне сейчас прилетит в щит, Семёна, вот честно. Вот показалась знакомая улица с деревянными столбами, уже совсем не страшными. Всего-то бревна, занесенные снегом. Крикнешь, залают цепные псы, люди высунутся в окна. Фигурка Алисы маячила впереди, дразнилась, но швырять в нее снежком с такого расстояния было напрасно. Только зря снаряд бы растратил. Вдоль расчищенной дороги замаячили искалеченные морозом березки. У деревьев высился огромный снежный холм. Видимо, сюда трактор свозил снег со всего поселка. В такой горе спрячется целый выводок лисичек. Нет, подумалось, лисичка одна, не бывает второй, ее и одной-то слишком много. Возле рощицы бегала моя вторая утренняя знакомая, дворняга с озябшими лапками. Принюхавшись, она пометила голые кусты смородиной и шустро засеменила к другим. Алиса вынырнула из-за холма. Жулька! За мной, девочка! Собачонка подняла уши, одобрительно гавкнула и побежала следом.
Мы мчались все дальше, изредка обмениваясь нежными залпами, хохоча и спотыкаясь. Впереди рос, поднимался до низких облаков зимний лес. Мы достигли его тени, костистой и почти осязаемой. Лиса юркнула за исполинскую сосну, явно намереваясь незаметно подобраться ко мне со спины и насыпать снега за шиворот. Это был хороший план, но ее выдавала жулька, крутившаяся рядом. Отломив сухую ветку, я решил действовать еще хитрее. Насадил на сучок шапку и поднес к сосне. Пускай решит, что это моя голова высовывается из ствола. Чтобы не рассмеяться, я прикусил губу, прыгнул с другой стороны, пульнул снежком в упор. Наверное, Алиса сразу раскусила мою уловку, но позволила мне победить со счетом 3-1. Я был ранен в ногу, она же с простреленным животом и грудью истекала передо мной выдуманной кровью. И молила о пощаде, давясь от смеха. Молю, сжалься! Помираю! Да все, все, живи! Спасибо, добрый рыцарь. Спасибо, добрый рыцарь. Она притворилась, что кланяется мне, схватила полные горсти снега и, как умирающий воин в последней отчаянной попытке, метнула их в меня. Я легко уклонился, гагача и возмущаясь одновременно, добил воительницу двумя прицельными выстрелами. Живи, живи! Научил бы меня жить, раз умный такой. Молчи, ты умерла уже! Тоже мне помеха! Давай сыграем в кое-что поинтереснее. Так, слушай, давай деньги на бочку. Я тебя победил, находим Вована, я получаю бабки, мы там едем в Диснейленд. В принципе, если денег будет достаточно, хватит и на тебя, и на Полину. Тем более, вы школьницы, запросы у вас, ну, не как сейчас у школьниц. Выстрелив вслепую, она кинулась за деревья. Раз, два, прилети, сова. Три, четыре, пять, время поиграть. Я неуверенно двинулся к бурелому. Шесть, да, шесть. Дыбом волчья шерсть! Померещилось, что я действительно вижу хвост, скользнувший по кустам. Будто привязанный, я бросился туда, где ветки схлестывались, помогая Алисе прятаться. Приходилось раздвигать их, рвать точно паутину. Ветви пружинили в лицо, но не били, а словно гладили по щекам. Я вспотел, но сил оставалось предостаточно. Врешь, лисичка, поймаю тебя. Голос Алисы плутал за буреломом. Семь! Восемь! Бьем копытом оземь! Тебя недооценила. Думала, ты просто мальчик. Уверенный, что она стоит за чахлой осиной, я выскочил на перерез. Но здешняя акустика обманула. Теперь ее голос журчал слева. А ты зайчик! Шустренький, хорошенький! Снежок вылетел из темного укрытия, просвистел над ухом. Я тебе дам, зайчик! Дай мне зайчика, дай! Дайте зайчика. Яркая лисья шубка мелькнула возле трухлявого пня. Я устремился туда, перепрыгивая через ров. Зайчик, выходи скорей, мясом накорми зверей. Самым важным для меня сейчас было меховой воротник, рыжеющий за очередным деревом. Губа моя задрожала, как у настоящего загонщика, почуявшего добычу. Рывок и лиса в моих объятиях, такая гладкая и желанная. Все, 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 ты победил. Она прислонилась к шершавой коре, засопела. Пожалуйста, давай немного отдохнем. Ты слишком быстрый, слишком сильный, лакомый слишком. Довольно я подбоченился. Да, очередной раз он подбоченился. Хватит подбочениваться. В ожидании награды от побежденной. Но вместо приза получил подлый снежок в свое напыщенное лицо. Заливаясь хохотом, хитрейшая из хитрейших рванула прочь, а я даже не думал сердиться. Во что бы то ни стало, надо догнать Алису, опрокинуть ее, оседлать, сорвать с нее маску и увидеть все. Ой, это попахивает чем-то странным. Бедный зайчик прыгает возле мокрых сосен. Страшно в лапы волку серому попасть. Думает о лете, прижимает уши, на небо косится. Небо не видать. Небо действительно исчезло за навесом крон. Я ориентировался, полаю глупой жульке, что не отставало от хозяйки. И настигал. А под ногами мелькала та самая тропинка, что я представлял в школе. Оказывается, нестись во весь опор так легко. Скорее, выше, быстрее. Мне казалось, внутри отворился какой-то потаенный ларец с новыми возможностями. Мои мышцы гудели, легкие увеличились, а я сам будто стал сильнее.
Даже зрение обострилось. Я видел каждую оледенелую веточку, каждую зазубрину на коре. У кустов валялось что-то пестрое, деталь одежды. Еще одно цветастое пятно справа. Алиса скидывала с себя вещи на бегу, как шкуру. Так я сейчас бегу за потихоньку раздевающейся бабой в маске лисы. В принципе, я себе так это и представлял. И я, окрыленный, стащил зубами варежки. Раздеться полностью, отдаться ветру, до остатка. Скорее. Я потянулся сбросить шапку, махом откинуть все, что мешает бежать по нескончаемому лесу. Рюкзак тормозил, я швырнул его в снег вместе со всеми ручками и карандашами в пенале, цветными тетрадями в линейку и клетку, со всеми рисунками на полях и динозавром для Оли. Оля. И вдруг в голове возник отчетливый образ. Сестра, застывшая у окна в предзакатном свете. Маленькие детские ладошки прижались к стеклу и, согрев его, отпечатались. Она бы согрела так целый мир. Оля смотрела на тайгу и повторяет мое имя. Тоша! Я остановился, глубоко вдохнув, и понял вдруг, как все это сумасбродно и глупо. Раздеваться в лесу догола в погоне за лисицей. Ну да, есть немножко. Я вернулся за рюкзаком, будто заброненной частью самого себя. И снова вспомнил, как сестра не любила оставаться дома без меня. Умоляла вернуться после школы как можно быстрее. Что ж я за брат-то? Бегаю по лесу, который сам же бывал сестру. Веселюсь, когда ей за порог запрещено выходить. Сиди в клетке, Оль, и смотри в сотый раз одни и те же мультики. Тоша! Да, Оленька. Тоша, а куда? Куда так скачешь, чмошник? Нормально, предъява от сестры. Из вечной темноты за соснами, как дикари из пещер, вышли ухмыляющийся Семен и его гогочущая шайка. Ну, здорово, Антошка! Ух, елки-палки. The North Fake. Прикольно, прикольная отсылка, прикольный юмор. Ну, привет, угревая фабрика. Хе-хе, не вышло сдрыснуть, да? Ну, как, блин, меня к вам лиса как бы завела. И, судя по всему, при том, что мне хотелось, она раздевалась, и я раздевался, я должен был попасть к вам голый? Очкарик в зубе, Сарикна! Словно хищная стая, они окружили меня, вынуждая пятиться. В нос шибанул запах пота и табака. Во рту стало кисло, словно я лизал батарейку. Алиса! Имя спутницы превратилось в сдавленное сипение. Сосны качались молчаливыми стражами. Взгляд мой заметался. Я так мечтал увидеть за деревьями лисичку, ждал, что она придет на помощь. Но лишь ветер отвечал на мои призывы. Где Алиса? Что вы с ней сделали? Да она с ними, ну чё париться. Я вздрогнул, когда услышал свой голос. Он был неестественным, свирепым и пугающим. Какая еще Алиса? У тебя чё, кукуха поехала? Не ссы, ща вмиг вылечим. Здоровяк сплюнул сквозь щель в зубах и резко толкнул меня так, что я впечатался спиной в дерево. Ну как, полегчало? Неужели Алиса специально заманила меня в ловушку к этим уродам? Ну как бы да, ну как бы да. Нет, не верю, не желаю верить. Глядите-ка, пацаны, а здесь он не такой борзый, как в школе. Ага, вылитый терпилона. Охуенный голос. Я понял, где наркоман Валера сейчас работает. Ты, сука, приедь. А, еще и с перстнем, господи. Господи, он еще и с перстнем. Как хорош этот альфа-самец. Все, все женщины, женщины школы его. Семен уже двинулся на меня, замахнувшись. Внезапно другой хулиган в спортивных штанах оглушительно свистнул, и здоровяк покорно опустил занесенную руку. Это было неожиданно, главный в банде оказался не Бабурин. На деле все слушались этого, похожего на хищного зверька, парнишку с крепкими и острыми зубами. Но, как я понимаю, они тоже все типа животные. И если так предполагать, ну вот это блеющее чмо, я хуй знает кто такой. Бабурин это что-то типа медведя, а это волчара, наверное, да, там про волка говорили. Бить не стали, видимо, собирались для начала поглумиться. Слышь, Гондон Батькович, это что ли твоя Алиса? Я только сейчас заметил рядом с собой дрожащую от холода жульку, на шерсть которой налипли комья снега. Хулиган присел на корточки и жестом поманил собаку. Ой ты, батюшка, Алиса, ко мне, сучка блохастая. Остальные мерзко захихикали. Собака навострила уши, облизнулась и стала осторожно приближаться. Не приближайся, тебя сейчас пизданут. Иди сюда. Иди, дам кое-чего. Ну,
принципе, ожидаемо. Не успела собака принюхаться, как живодер схватил ее за ухо и со взмаху пнул под хвост, так что она полетела, скуля, в ближайший сугроб. Вся банда взорвалась смехом, а у меня сердце обледенело. Даже птицы, сидевшие на ветках, отозвались испуганным граем. Граем? Я не знаю такое слово «грай». Ну, «грай» — это по-украински «играй». Типа «грай», «скрипка», «грай», ну, что-нибудь такое. Ну, русского слова «граем» я не знаю. Или это «грайм», как у всяких рэперов. Хуй знает. Боковым зрением я заметил, будто кто-то промелькнул в обманчивых сумерках спящего леса. Или просто кусты на ветру зашевелились за индивелыми шипами веток. Робка! Она ж больше срать не сможет! Давай теперь я! Второй раз ебану минус на минус даст плюс! На дворняге уже и след простыл. Чего ты, баран? Втолкуй его на очкарику, где его место. Только так, чтобы он понял. Ага, за ним кофякна. Ты, пилявое хуйло. И нахуй на. Я понимаю, что у тебя прическа зубастика Роналду, но, блядь, когда эти прически были популярны, у нас таких так только бомзей брили. Этот очкарик тебе при всем классе всёк. Ну как бы при всем классе надо было отвечать, ну какой толк, что вы меня сейчас отхуячите без свидетелей? Ну типа, смысл? Тут главное в этом движении зрителя. Да без Б! Семен демонстративно поднес к моему лицу увесистое кольцо-печатку с каким-то геометрическим символом. Но на самом деле по геометрическому символу я бы сказал, что это что-то зоновское. Вот. Но хрен его знает, я не так хорошо в этом шарю. Ща, парашник, я тебе этой печаткой так заряжу. Клеймо на всю жизнь останется. Но сельская мода, да. Тут авторы попали в цель. До сих пор у нас, ну, по крайней мере, по тому же Киеву, могу сказать, в отдаленных районах, ребята, на печатках все дела, блин, 23-й год на дворе. Так не то, что сейчас никто не ходит, о таком даже не вспоминают. Но, тем не менее, такой вот местечковый гламур. И куда подевалась моя потаенная сила и храбрость? Стой! Я просипел «стой!», а голова мотнулась, врезавшись в кулак Семена. Красные искры брызнули из глаз. Беша! Подсоби! Семен грубо толкнул меня навстречу подонку с раскосыми глазами, и тот подставил подножку. Я упал на острую корку льда, и толстяк тут же наступил на мою руку, не давая подняться. Из горла вырвался болезненный стон. Слыхали, как заныл? А ты случаем не педик? От злости и обиды я начал задыхаться. Боль нарастала. Ухо пульсировало и пекло. Точно его отрезали. А поверх пришили ком крапивы. Че молчишь, Антошка? Отвечай, ты педик? Да, блять, вас трое! У вас один этот говнюк, блин, угревой, мог бы меня отхерачить. Один на один из вас хоть кто-то мог выйти? Ну, то хуйло беззубое, то понятно, там очканавт этот, Рома, ты явно, хорошо, ты лидер банды. Ну, вот этого пидораса бы кинули один на один, там бы что-то можно было порешать. Так вас трое. Ну, типа, кто из нас педик, если вы втроем пытаетесь с одним справиться? И тут я почувствовал чистую, незамутненную ярость, концентрат моей злобы. Как чернила спрута, она всплывала из глубин сознания, заполняя все мои мысли. Твари! Знаете, что мой отец, это педик? Смешно. Ну ладно, смешно. Страх и злость сцепились внутри меня, словно бешеные собаки. Он и кидо занимался, поняли? Он еще воевал. Таких, как вы, с закрытыми глазами убивает. Я только слово скажу, он... Ромка поднял руку, остановив поток лжи и сделал пару шагов вперед. Семен медленно отступил, дав мне возможность встать. Неужели поверил? Или его смутило мое перекошенное от ярости лицо? Воевал, говоришь? Мой батя тоже воевал. В Афгане. А твой? Ну, судя по всему, первая чеченская еще не началась. Тут, кроме Афгана, других вариантов быть не может. Либо отец очень старый и вторая мировая. Ну, я, конечно, не беру там всякие конфликты типа Кореи, Вьетнама или еще чего-то. Ну, до Чечни, наверное, тут еще не дошли. Ну, либо Чечня. И мой. Да, и в каких войсках, интересно? Я замялся. Страх вцепился в глотку злости и пустил ей кровь. Да он фуфло гонит, Ромка! Бля, Будуна! Думал меня так просто развести? Я тебя, сучонка, насквозь вижу. На лице Ромки появилась гадкая улыбка.
Ничего хорошего это не предвещало. Ты сам себе приговор подписал. В школе тебя училка спасла. Ну а теперь все. Хана тебе. Реально такое ощущение, что смотрю черно-белый Южный парк. Вот это Стэн, ну такая прям хреновая копия Стэна. Это Картман, естественно, справа, который Семен. А слева это Кенни, ну такая непонятная копия Кенни. Не знаю какая. Китайская. Хана тебе, да я понял? Давай, Антошка. Молись, чтобы твой труп по весне нашли мне. Сидел бы ниже травы, был бы целочкой. Жирного стукнул, одно дело. Но про Афган пиздеть, где мой батя под пулями. Долг интернациональный. В Даште Марго, блять. А чё они в Шиндаде, в Кандагаре и Багране? Ну, по-моему, это более известные города Афганистана. Просто я бы так написал, чтобы люди не гуглили, что такое Даште Марго. Сёма, ушатай-ка его. Да ушатали уже, хватит. Хулиганы вновь сомкнули кольцо, и я оказался напротив Семёна. Кровь стучала в висках, ветки качаясь, как будто что-то шептали, обнадеживали. Стиснув зубы и борясь с мыслью, что выгляжу глупо, я встал в боксерскую стойку, которую частенько видел в кино. Хера ты, Майк Тайсон! Это была моя первая драка. Запомню на всю жизнь, если, конечно, не сдохну сейчас. Краем глаза я заметил, что тьма вокруг нас снова зашевелилась, будто в ней кто-то ходит туда-сюда. Я почувствовал клешни Ромы, схватившиеся за портфель. Манатки, Антошка. Махаться мешает. Ну, кстати, тут он прав. Я было уперся, не желая подчиниться мерзавцу, но он ловким движением выудил из-за пазухи нож бабочку и демонстративно крутанул, поставив острие к моему горлу. Слышь, Фрей, расслабься, а то больно будет. Вместо слов я выдохнул клуб пара. Ромка же дернул за всех сил, и рюкзак перекочевал к нему. Вальяжный и спокойный. Противно скалясь, он заглянул внутрь. Ты от нас что-то скрываешь, да? У меня в школе какая-то крыса сменку подрезала. Ща поглядим, может, это был... Опачки! Ромка многозначительно ухмыльнулся. Литература, линейка, дневник. А так, а что это у нас здесь? Учебники и тетради полетели на снег. Хулиган держал в одной руке портфель, а в другой что-то странное, напоминающее... Маска зайца. Маску. Он поднял ее высоко, словно показывая кому-то еще, кроме нас. Кому-то в кронах, в сумерках, за деревьями. Старая маска зайца. Длинные потрепанные уши, едва заметно нарисованный нос и усы, облезлый мех на щеках. Откуда ей было взяться? Подбросил кто? Семен хохотнул. Новый год уже прошел, мудила. Или ты реально поехавший? Это не мое. Да как не твое, В твоем портфеле лежала она. Ромка наблюдал за этой сценой, ехидно улыбаясь. А знаешь что? Надевай. Зачем? Надевай, говорю. Попрыгаешь перед нами, зайчик. Давай, давай! Или без станов домой пойдешь, на? Только не это. А если мимо кто-то из нашего класса пройдет? Надену. Сёма, надень-ка на него. Даша услужливо подскочил к приятелю, взял облупленную маску, отвесил шутовской поклон. Затем передал ее Семёну, уже потиравшему руки в нетерпении. Я оглянулся на сосны. Словно ждал помощи, ждал, что тени, ползающие вокруг нас, сжалятся и займут мою сторону. Ветви напоминали изломанные под страшными углами руки. Почерневшая кора была обварившейся кожей, а тьма — гарью. Не убегу, не успею, догонят. И тогда... Только учти, Сёма. Если он скакать не станет, ты сам за него поскачешь. Этот чмошник и не станет? Да погляди на него, он же дурик конченый. Этот дурик тебе уже раз в жбан зарядил. Ромка прав. Давай, толстый, восстанавливай авторитетно. Блин, ну опять же, удар был перед всем классом. Публично. То, что ты сейчас делаешь, не публично, всем похуй. Или сам у нас запрыгаешь так, что Титяндра отцепится. Значит, он и вправду боится Ромку. Семен выругался под нос, злобно зыркнул на меня. Вот. Это чтобы маска хорошо налезла. Смачно харкнул в заячью морду и поднес маску к моему лицу. Плевок был похож на раздавленного паука. Ромка как-то по-звериному дернулся, скривился, хотел что-то сказать Семену, но промолчал.
Сёма тёрся рядом, омерзительно скалясь и опаляя меня вонью из пасти. Надевай, Бера, а то урою. Маска словно бы стала ещё отвратительнее, злее, но вопреки всему, казалось, она могла подарить спасение. Стать второй кожей, только примерь, только коснись лицом ее твердой бугристой поверхности, и мех засеребрится, уши затрепещут живыми мышцами. Стоит надеть ее, и Семена с компанией не станет. Навсегда. Нет, послать. Блять, послать! Не, я догадываюсь, что мне потом в любом случае придется в этой маске ходить, ну, потому что игра так называется. Но послать. Почему-то Ромкино недовольство Семеном меня расхрабрило. Что-то у них было не так в банде, старые разногласия. Мне бы расковырять эту рану. Пролезть бы в их головы, их черепа, в их теплые мозги. Знаешь что, Семен? Собственный голос, ровный и твердый, удивил меня. Я сделал шаг вперед и тихо, спокойно отчеканил. Иди нахуй. И вот мне кажется, на этом моменте я закончу серию. Хотите узнать, что было дальше? Я на самом деле хочу. Ну, тем интереснее будет мне и тем интереснее будет вам. Огромное спасибо за лайки и комментарии. Надеюсь, вам нравится мое прохождение. Ну, а следующая серия будет завтра. Посмотрим, как я разберусь с этой шпаной. Мне кажется, будет что-то интересное. На этом прощаюсь, ребят. Как всегда, морж. Как всегда, пока. Пока.